немножко горло болит, блядь. Таблетки въебал, что-то голова сегодня заболела на работе. Так, цены фиксированы, шмот. Ну, вот тут вот надо как-то сформулировать четко, правильно. Вот шмот на 2, 3, 4 спек и прочее идет по фиксированной цене и по ИПГП. Шмот может быть отдан только по приору. Если приор ниже мейна, то только при обоюдном согласии сторон, плюс, самое главное, при наличии всех веских аргументов для усиления или закрытия дыр в рейде актуального контента. Слушай, Вой, такая тема. А ты вот там писал в худилку, там, Катрисе, что ли, кто там, это как развал шмота можно делать? Почему его нельзя, в принципе, взять? Где адекватный чел написал там все? Потому что система ИПГП должна работать. Если сделать какую-то часть вещей по роллу, все будут хотеть эти вещи по роллу получать. Нет, он не по роллу там же писал, он сейчас найду. Ролл это будет применяться только в тех вещах, вот когда мы пришли в ТТГ, к примеру, и падает посох, на котором ни чарки классовые, ничего нету. Слава, и... ты не понял, можешь еще раз перечитать. Ладно, да. сейчас перечитаю. Там продолжение вопроса. Ролл это 10%, если вообще шмотка никому не нужна, но да. хочет кто-то, например, ну так себе вообще, если надо. Я играл по этой системе, я сейчас скажу, в чем там минус. Сейчас я открою и прочитаю. Так. 150-10 оставить. Но сделать это так. Кнопка main 100, кнопка off 50, кнопка roll 10. Ну типа, что челик кидает roll, но получает ГП все равно за шмотку. Это косвенно уже сделано, потому что цены снижены до цены до такой. Там не 10, там соответственно, допустим, если было раньше шмотка стоила... в обычке, если она стоила, допустим... Сколько, блять? А, у меня в обычке вон вообще. Раньше стоило 200, сейчас 50 ГП. То есть полная цена. То есть 100. Нету 10. Тут 10 смысла нету, потому что я накидывать буду 5. Мне будет, ну, как будто нехуй делать, что ли. Хуйней заниматься. Крошки эти накидывать. То есть цена урезана в 4 раза. ИП немножко меньше, чем в 4 раза. То есть... К примеру, если за обычку раньше было 1250, сейчас 600, то есть в 2 раза. Вот, то есть приор будет расти быстрее, чем будет стираться ГП. То есть будет ГП стираться, приор будет максимальный. Чем больше человек посетил рейдов, тем больше у него приор. Соответственно, чем больше человек залутает шмота, тем ниже у него приор. Ну или косяки. Дальше. Кнопка. Где? А, вот. ЦВК 25 гер, не Т10-3, а Т4-3. Наверное, хотел написать, потому что, блядь, Т10 никому не надо. Ну, да, наверное, это. Я просто токен так называю. Ладно, можно перепечатать. Так, значит, кнопка мы... Так, это я читал. И как это работает? Люди, которые захотят забрать шмотку на main spec, но не захотят просаживаться в приоре, пойдут нахуй... Все равно будут вынуждены жать main spec на эту очередь. Люди, которые... Ну, это я от себя добавил, пойдут нахуй. Которые захотят взять эту шмотку на успех за 50%. Не знаю, что одно, то, что другое, что 100, что 150. Просто цена снизится и все. Будет быстрее сбрасываться. Дело не в цене. Дело... Тут проблема в том, что, например, люди, у которых есть приор, забирают просто у main спеков у людей. Нет, смотри, а в этом плане, знаешь, можно сделать? Я подумал. Заберут, они не заберут. Нет. Смотри, потому что можно делать как приор, чисто вот ролишь на main спек, а чел ролит на off спек. Но приор-то чисто смотрится между мейнами, то есть... В первую очередь смотрится на мейна, а не на оффа. Вот и все. То есть ты смотришь, что приор у оффа больше, из мейнов приор больше, а тот и забирает. То есть ты не объясняй так никогда. Приводи конкретный пример. Вот, допустим, я приведу конкретный пример. Вот, допустим, я фуривар, у меня есть два воятеля, я прихожу в ЦЛК 25 гер, и мы убиваем лича. Вот, в рейде сидит Хэпал, и у него есть ретрик, которым он дает 15к, я даю фурикам 16к. Вот. Он хочет забрать эту глору на ретрика,
Или вообще он может сказать, что он main ретрик. Ну, заранее же никто не знает. Человек придет к гильдию и скажет, что я ретрик main, а у него есть хп с аваниром, к примеру. Или есть АДК, у которого есть танк, его попросили спекнуться, и он спекается в танка. Но он АДК. Кому отдать эту глору? И за сколько ГП? Это же все. Перебиваю. Кто нужен? Хэпал или сова? Пал. Захожу. Вот, кому отдать эту шмотку? Вот, если Варк, к примеру, ходил во все рейды, то у него будет максимальный приор, и он его просто заберет за 100%. Но если он не хочет просаживаться и хочет лутануть Т5, то он идет нахуй. Правильно? Правильно. Мне кажется, на этом надо остановиться. Не хочешь просаживаться? Тебе не сюда. Все. Вот и все. Срез, 20, срез в неделю 25%. Если у тебя 250 ГП несгораемая, если тебе накинут 50 ГП, ну даже возьмем калькулятор, откроем. Если тебе накидывают, допустим, 250 плюс 75, да? Шмотка с геры. Скажите, как комбо вроде закончится? 325 ГП. Нужно отнять 25%. Умножить на 0.75. Равно. Это ходи. Че, все? Да. Савиану убили, да? Да. Вот. Значит, это уже будет срезано ГП в 0. То есть будет 250 ГП. Вот. То есть 75 ГП срезается. Кто там будет с вас? Ну, Вилаши Танчи, это главного. Ингрен возьмешь на 66, а я в конце возьму копию. Угу. Как быстро и неожиданно. Кингмен стерео в пати качества, спасибо. И поражуй там. Алло. Ребят, старайтесь в центр сейчас перейти все. Кто кастер? Вообще по правилам. Вы чё? Центральные позиции должны, вот самый центр, где совы стоят, должны занимать хилы. Вот. А все остальные места, 30 метров слева, 30 метров справа от боссов, должны занимать РДД. И непосредственно милики уже под ногами, пятками босса. Что-то он отхилился, пиздец, конечно. Че там, АФК рейд, что ли, или что? Что-то не бьют совсем. 40% еще. Вроде все. Да ёбаный ты пидор, нахуй. Иди сюда, блядь. Толкнул. Бах, меня сложило, возьми второго. Угу. Бывает, да, сложно. А там рарник есть, рарник, бери второго. Прожмись. Это Юля сложил. Ну, Вилания лежит просто, блядь. Я у тебя одного заберу. Ой, там я Юлю спас. Лучший. Да я пока бежал на того, который тебя сложил, мой выросший, и он крутил вихрь. Я ему прям въебало бегу нахуй и лутаю фул дамаг. Пидерсия, блядь. Бичуган. Тут хэпала не хватало. Тут хэпала не хватало, нахуй, и какого-то захила. Друид инвалида. Друид инвалида нет. Вы все были слишком далеко. Нам нравится же плюсует. Нам просто не захил. Просто нету хилов. Тут слишком близко стояли. Один хэпал, один эрдру и один ДЦ не выхилят. Никак. Такой. Закиньте, пожалуйста, бенстиллера в пати кастера. Спасибо.
всему свое время. Сейчас пока еще это не влияет ни на что. Босса, короче. Будешь на маге хилить. Ивлаш, иди я танкну босса. А мы уже в нее на пол дали класс? Ты похуй. Стоун чё? Ну, Вален, не стой никогда под пятками босса. Получил его лоб. Бывает. Пацан, и нет пацана. Основная фишка того, что я сделал, это то, что ГП просто быстрее сбрасываться будет. Шмот не хотели брать по той простой причине, что тот же Т-10.3 стоит 500 ГП, и он получаешь 5 хатку, и он скидывается пиздец. Ну, 2 недели минимум да, скидывает. Ну это дохуя. 2. Даже минимум больше. 3, а то и 4 недели. Да, да. Вот, а в нынешнем будет скидываться как раз неделю или две. То есть будет быстрее. Ну, на самом деле не во всем этом счастье, не в циферках, а в том, что есть рейд, который закроет контент. Если этого рейда нету, то эти циферки не нужны. Это только не с пульти босса, надо мне метки поставить. Так, пока все собираются, пару минут отойду. Угу. В классочке можно? Да. Че там, давай говори, кто на трэше, кто в шиту. Да, секунду. Сейчас расставляю метки, раскидываю людей. Сформируем рейд, который убьет эту хуйню. Фаски раздам. Ну, у Вадикона СПДшных 20 штук есть. Фасок. А можно саппорт взять, Хилу? Да, сзади стоит. Так, саппорты. Так, подождите сначала, надо сформировать рейд. Слава, дай потащи трэш. Кому там за банкой? Это точно тебе надо, этот трэш? Конечно, мечтаю дальше трэш. Призом. Кто на замену хочет? Я. Я один хуй лутать отсюда, пока ничего не буду. Ладно, допустим. Минус линк. Так, ковры хили закинем. Так, хил. А, блять. Призом дед, да? Так, два хэпала, эрдру, эршам, два эрдру. Ушел с рейда, если надо сумочь. Так, во тьме. Чисто пришел мне масло продать. Во тьме будут... блять, как же правильно сделать-то? Два эрдру, а нет. Выйти, выйти, слава пока. Да, можешь. Кому-то там, смотрите, по приору кто-то что-то заберет, нет? Не знаю, кого там еще надо в рейд. Я могу пойти на замену, у меня чешка гер есть. Это кто? Это Катрисия. Так, подожди. Лингрен, ты потанчить хочешь или подамажить?
Бобрысия. Ты, Катрися, сиди там. А ну извинись. Ты трэш надо все равно хуярить, котов нормально. А потанчить можно трэш? Там Лингрен потанчит. А можно я потанчу? Кто потанчить хочет? Ты не знаю. Я. Катрися хочет здесь, здесь танков развелось. Ну правильно, что там, что там, мех 268-й потом, что там, шерсть какая-то, там 260-я? Так, во тьме Авелания, Твит Инвалид и Мордаунд хилите. Там я буду танчить. Варахель, Бидон и Мэтт Фокс хилитесь. Мы как бы в тот раз били в 5 или в 6 силов, я не помню. Опять же, ебани, вроде в 6. Ладно, Мэтт Фокс в хиле, будешь в свету. Мы били в 5 хилов, 3 во тьме, 2 в свету. Блять. А мне кажется, что 3 там было. У меня было только ДЦшка со мной в свету. Сейчас с тобой, сейчас с тобой Бидон будет, а это уже не ДЦшка. Ладно, давай в 6 попробуем с Мэтт Фоксом. Диспелить свету будет Мэтт Фокс. Бидон и Вархель, не отвлекайтесь на эту хуйню. Во тьме будут диспелить Мордаунд. Друид Инвалид и Авелания, на диспел не отвлекаемся. Там максимальный захил. Вот. Ты холи приста, соответственно, делай. Рианти тебе в рейд надо? Нет. Тебе, ты в шестой пати. Тебе надо именно в рейд бить. А, отойти. Ладно, отходи. Юля свет танчит. Будет тьму. Так, давай. Лингрен на трэше. Валиант, не знаю насчет тебя. У него приор там есть. А что заберет? Или что выпадет? Посмотри по шмоту. Надо тебе что-то отсюда. Чтоб ты... не проебал шмотку, а то выпадет, она никому не нужна. Или ханту она нужна, хуй знает. Какая шмотка? Мне отсюда только эти. У него приор есть, 41. У меня приора нет, поэтому типа я ничего не заберу. Короче, Вален, ты шмотку посмотрел, которую тебе надо тут, нет? Давайте быстрее. Вы когда идете в рейд, должны четко понимать, что вам надо сролить, забрать. Че? Ладно, тогда посиди пока. Завину потом присоединяйте. Короче, значит, еще раз. В свету играют Варахель, Бидон, Мэтт Фокс. Это по хилам. Мордаун, Друид, Инвалид, Авелания во тьме хилят. Остаются там. Из вас заходит только... Бидон пускай зайдет. Мэтт Фокс и Варахель полностью стоите в свету. Не заходите. И Вилаша тоже стоит в свету. И Лингрен тоже стоит в свету. Все остальные заходят. На третью выходит третья, четвертая пати. И Седжу. И Вадикон. Все, подожди. Так, подожди. Игру крашнула, да? А, лег сервер. Сервер улетел. Ну давай. Мы выходим в свет, да? Да. Там стандартная вся хуйня. Там нужна... Ну, сколько, по-моему, я тут раз смотрел. Вот в первой пати там я, один танк, 4 ДПСера, и нужно еще 3 ДПСера. Я считаю, 7 нужно. Потому короче, что... Аиша в свету, заходим во тьму, даем на пул на тебя, угу. А в свету на трэш Лингрену. Да. Понял. Роги работают по танку, который мелких танчит, а этот... Мы с Рогой в свету, да, все время будем? Да, да. А Хант напуливает большого, все там как обычно. РДДшники сливают большого, ну ладно, чтобы не сорвать. Короче, я не знаю, Катрисия, тут... ты тут? Да. Катрисия тут. Видишь, у меня сейчас такое состояние не очень, я хуй прочитаю, наверное, это. Ну я примерно. Блять, короче, примерно система так... рассчитана на то, что не самая суть не в стоимости шмоток, не в всякой хуйне. Смысл в том, что вот, например, нажало в рейде 5 человек офспек, да, хотят себе на оф забрать. И один какой-то бичуган нажал мейнспек. Ну, он залутает за фул ГП, потому что мейнспек приоритетнее успека. В этом смысле. Так понимаешь, что эта хуйня не работает. Приходит синтек. Это работает. Вот будет сидеть. А он не сможет синтек забрать себе на мейнспек, потому что у него один всего лишь мейнспек в рейде.
Тут, в этом тут, проблема. Тут, палка, тут палка не только о двух концах, тут палка о дохуя концах. Разница... Сколько концов? Дохуя, я говорю. Разница в том, вот взять моего друида и рогу Седжу. Седжу... Вот друид, у тебя кто мейн? Этот. Один спек какой-то мейн всегда есть. Вообще я сову всегда хотел делать мейном, но так как я танчу героический контент, лича в том числе, первого мы убили, я Мишка танчил, то я считаю, что у меня как бы второй мейн. Но я не пизжу людей шмоту. Вот, я забираю только тогда, когда люди соберут себе. Ну, Эрдру, соответственно, это уже... Вот в самую последнюю очередь себя лутает. Да. Не, я как бы могу там просить, упрашивать, умолять, но это как-то низко, нахуй. Я когда-то таким занимался. На улице склизко. Когда начинал ПВЕ играть, писал людям в ПМ, блядь, пожалуйста, уступи. Ну, это, мне кажется, хуёвая идея. Поэтому вот эту всю хуйню я проходил, 10, 50, офф, не офф, вот эти все договорники. Я сижу в рейде для того, чтобы, ну, поинтересоваться, кому эта шмотка нужнее, кому она срочно нужна, а кому она нахуй не нужна. Поэтому вот эта хуйня и есть. Это касаемо офф и мейн-спеков. Это уже мы обговорили. Вот. Просто изменились цены, и эти цены позволят делать так, что можно надевать сколько хочешь спеков. Но, ну, и приор, ну, за 2-3 недели будет скидываться, и ты сможешь опять лутать. Но при этом же, если, допустим, придет Седжу и захочет с РС-25 гер лутануть запы, и придет Синтек и нажмет сотку, то заберет Седжу. Потому что Синтек, во-первых, ниже, во-вторых, даже если бы он был выше, он в первую очередь он хил для меня лично. Вот. А Седжу это в первую очередь наш ДПС, которого не хватает и которого надо апать. Ну, если Синтек будет против, то, ну, я не знаю, тут либо достигается обоюдное согласие, либо просто в сухую работает ТПГП. Вот. Если, допустим, Синтек возьмет, ну, скажем, сделаем такое испытание, возьмет и затанчит 25 гер мишкой, да, и будет танчить, а я буду чилить на каком-нибудь ретрике там нахуй, и еще и релить он при этом будет, то я тогда разрешу ему ролить. Набрать приор и ролить, забирать уроги эти запы. Потому что он выполняет роль, ну, как положено. То есть, чтобы забирать что-то на успех, нужно веский аргумент. То есть, если, к примеру, у Холидринка есть танк, то я не против отдать ему клык. Потому что он может потанчить. Вот тот же Лингрид может потанчить. Тот же Призм похилить может. Ну, много примеров есть. Людей, которые двумя спеками хорошо играют. Вот. Некоторые двумя, а некоторые тремя. Поэтому вот эта хуйня там мейн, не мейн, офф, не офф, 50, 100, 10 нахуй. Ну, она заебись, конечно, но наступает такой момент, когда человек свой ебучий приор хочет, чтобы он был до небес нахуй, а все остальные, блядь, сотку нажимали и сидели как бичи в болоте. Цена одна для всех. Все. Есть только вещи, на которые цена снижена. Вот сейчас скажите, когда встанет серв. Ну, по сути, так проще будет всем. Вот, я сейчас... Они там кому-то что-то там задешево, кому-то что-то задорого. Да, да, оно должно быть. Ты должен лутать, нахуй, и понимать, что, блядь, нету бесплатной ссылки, ну, только теперь, либо две кнопки будет, и все. Специи. Еще бы прикольно сделать по роллу, конечно, за 10. Типа, какой-то мусор. Но я думаю, попозже можно будет реализовать. Ну, это уже все это сделано. Главное, мейн и вов. Там такие цены, вон там, весь мусор. 50 гп шмот собачки стоит. Там теперь можно будет, типа, одеться очень быстро. Ну, вот, а то... Там что-то надо, какие-то там пару вещей или одну вещь. И при этом, ну, в приоре не просесть. Так, давайте, вот смотрите, специальные цены я специально писал. По 75 гп. Надо быстренько одеться, 5 печенек лутануть. 53. Так, пишу, значит. Аркус. Вот тут я полностью согласен. Крис. Как Крис? Ну, Крис я так и напишу, короче. Пускай. Ну да, он Крис. А, надо он в скобочках. Крис. Надо добавить в скобочках. Второй. Второй буквами напишу. Это вот проблемы эти возникают у тех, у кого твинков много. У кого есть один основной чар, который, блядь, на прогресс нацелен, у него голова не болит этими заботами. Как там, оказалось. И ПГП, и так далее. Оказалось, наоборот. Как оказалось, это не так.
Наоборот. Да, ну всем же важно, типа, пирс. Всем важно это все, это все понимают. У меня вот один мейн пирс практически. Запускают на серф. Фишка, видишь, в чем? В том, что человек. Это в системе лута, да, ты написал? Да. Надо отдавать себе отчет в том, что ты идешь в рейд не с 25 топами, у которых один спек. И, ну, и из босса падает не 25 шмоток, не по 3 шмотки каждому в сумку, а падают всего 3 шмотки на 25 людей. Это надо четко понимать. И скорость одевания, она при любых системах будет одинаковая. Именно скорость одевания рейда. Если понимать, что ты играешь в командную игру, в которой, если нет танков, хилов, если нет рейда, собственно, ты нихуя не сделаешь. Ты будешь фармить траву, блядь, и сосать балыбу, там, ноузер ледяных оков и так далее. Вот. Надо это четко понимать. Как только это понимание будет четкое, так сразу человек, ну, у него просветляется голова, и он может играть по любым системам. Вот. Хоть траву фармят, волыну не сосут, кстати. О, блядь, метки исчезнет, хуёво. Трава имба. Трава имба вместе с алхимкой. Да. Пиздец, кринжно. Столько много сказано, суть-то одна и та же, то что есть один состав рейдерский, ну, допустим, блядь, который идет вперед на прогресс, и он одевается танки, хилы и все остальные ДДшники. А вот тебе, и все. Я тебе открою страшную истину. Состава нету этого. Этот состав... Ну, он формируется, меняется, понятно, но все равно какой-то там маленький костяк же все равно у тебя сохранился, там, кто постоянно костяк, играет. Костяк плюс-минус 15 людей, и то из этих 15 людей, ну, в неделю... Бывает, человек 2 дня есть, ну или 3 дня есть, а 1 нету. Ну, бывает, что выпадает такое. И в связи с этим меняется сильно состав рейдов. К примеру, если сейчас арвиста не будет, кто хилить будет? Я не представляю. Бурибай? Он похилит, конечно, но пару вайпов точно будет. Потому что есть нюансы, которые кто-то понимает досконально, а кому-то еще учиться надо. Ну, если мы придем к статику, что вот я захожу и вижу те же самые 25 ников, то тогда можно просто смело делать консул. Но чтобы делать консул, нужно полное безоговорочное доверие. Не обязательно ко мне, а к тому, кто понимает, кому сколько шмотка апнет. Если, ну, я постоянно спрашиваю, типа, кому она нужнее. И если люди адекватно реагируют, то есть посчитали. Так там драка начнется сразу. Ну, драка это, ну... Драка это не для здесь, это не тут, не должно быть такого. Я не захожу в игру, чтобы смотреть, как на петушиные бои, вот на всю вот эту хуйню. Хочется по-хорошему как-то все решить. Всем хочется, чтобы хорошо было, но все равно по закону времени ты никак не сможешь. Вот 25 человек не оденутся, вот с босса, я же еще раз повторяю, не падает, каждому по 3 шмотки падает, всего 3. И падают они случайные. И ты вот ходишь, лутаешь, тот же конь с лича, он падает один. Чтобы лутануть 25 людям, это уже 25 недель. Надо уже сделать, как на Легионе, каждому персональный лут, блядь, да. Босса. И есть вероятность то, что он тебе выпадет или не выпадет просто. Да. Нет, так его уже на актуале убрали. Нахуй. Его убрали на актуале? В Драгонфлайте, да. А чё, а дадут АБшные фласки бедным людям? Так, Holy Drink. Да, Holy Drink почти в рейде. Стен так зашел. А ты чё, на работу? Нет. Так, а чё чилишь? А потому что я оттуда нихуя пока лутать не буду. А, ничего пока. Сиджу по одной и, пока и давай. Шмотки есть какие надо лутать, но я их не буду. По одной, а, да, приора нет. Так. Приора у меня выше всех. Ну а что тогда? От того, что дрыщ. На Т5 оставить? Да. Радикон по одной тоже давай, пока потом посмотрим, сколько останется. У меня есть 20 штук. А, ладно. Потом вот мы ему ШМ сделали, но кучу помогали ему, а он просто не хочет нахуй. А вон люди узнают, блядь, буду я лутать что-то или нет, блядь, я им
Место освобождал. Понятно. Ага. Бери так. Все и так, не отдавай ничего. Тем, кто во тьме, нужны Тамардаунд, Вилания и Друидин Валид. Кидайте обмен Войду. АП, фласки у кого? У меня. Значит, во тьме будет... Сержу. Первая пати. Плюс на стресс, плюс инвизибл. И давай еще призен туда пойдешь. Потому что свету у нас... Это... Призен, ты во тьме. Invisible и на стресс. Вы во тьме запомните. Седжу только свету и Вилаш тончит свет. Остальные все свету. Кроме хилов, назначенных в тьму. Так, кто мне дал обмен на саппорт сейчас? Прием. Это Седжу на этот самый. На АП. Да вы там... А кто будет вводить метку, можно, пожалуйста? Гера, Синтек. Бидон, ты в свету СПД пей. На стресс что тебе надо? СПД у Дикона. Я в нем школу, я в нем на матч. У Седжу АП. У меня. Запрети мне носить этот патч. Запрети мне носить стунайн, блядь. Это вот фрик-песня вот эта вот. Ты же уже лутал на стресс. Какая фрик-песня, легендарная песня моего детства. Ну это для фриков, блядь. Мы по тихо. Одной даем. Подожди, как у тебя никнейм? Ты только что лутал по мне. А, понял. Смотри мне. Витёк, ты чё, давай там зачилься. Ты переслушай, Drum and Bass Remix. Это же вообще... Какой Витёк, это волшебство, блядь. Витёк. Это давайте так. Сразу договоримся, там, когда к боссу Иланша бежит, то не двигайтесь, там ничего не делайте. И это, метеор, дыхание и лезвие, когда люди умирают, на них фиксируйте это. Эти смерти, это ГП будет. Сейчас я настрою ГП на полтинник для начала. С полтинника начнем сегодня. Сегодня, говорит, с полтинника. По полтишку, парни, чё? Давай, Денис, не руй. 50 грамм. А, стой. Сейчас, Тика, сопут. Войд, за кем во тьме бегать? На кого там метку поставишь? Ну, давай на Рарника. Свету Вадикон, помощник. Это на первой фазе. Куда выносим лучше? Обычным стенкам. Как обычно, но... Саня. И на всех фазах также в стенке просто выносишь и все. Понял. Я просто раз пропустил, просто на работе был. Так то же главное, самое, во тьме, когда будешь носить, ты так. В сферы не беги. Во тьме. Рарника вырубай, сделайте так, чтобы была желтая, синяя джага, была аура кастерская, третья, и аура на тьму. Две вот эти ауры должны быть. И... Тебя там попал будет желтую джагу кидать. Да, да. Ну ладно, это самое. И распределите фридом. Я первый. Да, короче, ты ему анонсит, когда он фридом кидает, когда ты. Фридом кидается на метку. Фридом кидается не просто, когда метка кинулась, а когда человек уже вот примерно вот тут добегает до стены и с него скорость диспелит. Ну, на середине примерно вот тут кидаешь фридом. Он... Да, она долго висит, минут 12. Скажите, кому сейчас вот, прям сейчас скажите, кому кинуть. 6 секунд, если не прокачано. Не, кому кинуть сейчас, скажите прям. На себя кинь. Че, работает? На кого кидать? Не, бля, этот рекаунт... А, как, нет, хилбот настроил нахуй на этот. Значит, СС. Ну давай. Притон по друиду инвалиду постоянно. А некромантика по Мэтфоксу постоянно. Я думаю, так нормально будет. Хотя заходите за линию. Проверка. Бля, стойте. Я топью. Кого ты топьешь? О, нектар. Покойник. Повезло. Все. Была рыба, блин. Где вы были? Бля. Рыба была 6 минут назад, да.
Там масло почти осталось. С вами напишешь правила, блядь. Да сука, горло болит еще, блядь. Так таблеток накидайся, Войку. Че, все готовы, да я че-то? Так постоянно под колесом. Есть леденцы такие специальные, вкусные, кстати, Громедин называется. Ну я какие-то поел уже. С анестетиком. Нормально помогает. Не забывайте, когда пинтер падает на вилла, что она поворачивает босса на рейд, а вы бежите туда, где был хвост. Перед мордой не проходи. Пиздец, я напился нахуй. Экран. Друид инвалид, когда обратно перебежим, притом навесишь. Ребята, старайтесь лужи выносить чуть-чуть в хвост. Больше по боссу старайтесь дать, там без притона сейчас еще, блядь, третий метеор будет, будет вам. Бежим! Беги, малышка, беги! Один процент. Со треугольника заходите. Помню, я стоял, да? Просто по КД. Да. Ну там зависит, короче, тайминг. Сейчас двигаться надо будет, по-моему. Давайте двигаемся. Бах, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Что-то рано, ты быстро хочешь начать. Ну да. Шесть человек, короче. Я даже луч не увидел. Ну, жопный бы порезал. Да, только что он, да, он, ну, они появился. Как бы проезжали. Он начал, ну, там... крутить, поэтому кто-то не среагировал. Ратник, Ратник не увидел. Там, нет, я не увидел. Это, вы не покидайте тело, видите, Мудфокс стоит. Вот если вы будете покидать тело, он будет стоять. Зайди в портал, зайди в портал, умри. И у вас выкинет игра. Вот теперь можно покидать. Стали, побежали. Говорят, у Жоры фласку прошу. Говорят, стали, побежали, блядь. Бля, этот алкоголь выпил. Пиздец, там экран. ДБМ новый поставил. У меня там. Нормально, первый блинком. Главное, что не калом. Ну, это тоже верно. Это будет уже второй один. А не, за три трая убьем, отвечаю. Денис, а я какую ставку делаю? Осталось два. Осталось два. Ну вот сейчас, час засекаю, если, короче, до 10 убьем. До 6 МСК, короче. То будет, что будет? Двойное ИП будет. Не помню, сколько там. Да не, полтора, это слишком, слишком щедро. Да, косарь сверху можно накинуть, в принципе. Ну, за час, 500, мне кажется, 500, нет. 500. Вот если за полчаса сделаем все, то да. Ну да, час много для резки. Люди должны стараться, а не то, что 10 часов высиживать. Ну да. Так что если за полчаса сейчас закроем, можешь накинуть. Ну, по собственному желанию. Ну да, в принципе. А, что час, это слишком много времени. Уже полчаса просидели, просто трэш убили, боссов убили.
Еще дисконт был. Так что на полчаса. Хуй с ним, через полчаса тогда. Касать дополнительного ИП. Это 2-3 хороших трая. Снова дисконт или у меня само зависло? Да. Нет, все нормально. Тоже выкинул, но быстро запустил. Я пета вызвал, мне с игры выкинул. Походу обнова. Да не будет никакой обнова. Да, ДХ будет уже. Нет, в среду ж выйдут, парни, вы чё? Нет, каждую в среду, среду? Джайна. Вы так рофлите, они реально в среду выпустят потом. Они да не нюхся, они заморозки у них. Они не могут принести легионовские модельки с механиками. Они могут принести, главное, просто сами модельки, а механику саму с талантами они, они говорят, перенесут. Не смогут они. Движок Т-3-5 не позволит, блядь. Ну вы чё? Не, ну даже если они переделают его по Т-3-5, если даже там они запарятся, это будет, мне кажется, самый баганный класс. Из-за того, что самый сильный класс, блядь, баганный. Мы про кого? Про... Его да, очень сложно забалансить, блядь. Потому что всякая хуйня у него дохуя. Поэтому они не хотят его добавлять. Что там с Вархельмом? Он комп ребутает, сказал. Почему? Как мы поем? У нас полчаса, 27 минут. У нас 3 шанса есть. Ну, сейчас пока зайдет. Останется 2. Ну, в таком трае можно просто сказать 3 трая и все. А пока попишу там нахуй. Печально, конечно. Не знаю, я вчера еще уставший как-то был. 12 часов отработал. Зов. Кто там еще? Ой, блядь. Что-то я совсем не то пишу. Слезова клятва. Что-то, походу, проблема у него какая-то. Что, ну, диси вообще? Он не такой же, нет? Да, вроде. Не травист. Травист должен быть. Травист, да, в диси. Только у него микрофон отключен. Евгений, вроде запустился вентилятор. У меня вентилятор на ноуте не запускался, он тупо тух. Ага.
Так, может, все, пизданул-то? Не, запустился. Да, блядь, на чистку ему надо отнести, чтобы не подкрутили ебаные вентиляторы. Я уже с того года хочу это сделать. Ну все, ты никогда дойти не можешь, да? Возьми отвертку, да сам все сделай. Нет, я думаю, отвертку. Там делов-то вообще. Крышку снял и все. Да, да, пару шлейфов оторвет, нахуй будет. Потом. На самом деле ноутбук ты, блядь, хуй почистишь, блядь. Это не так просто, как комп почистить. Блядь. Крышку снял, ну, если старый, то крышку снять легко, а если новый, там вообще пиздец снимать их. Проточной водой ебанул, да, и нормально. А, не знаю, все до винтиков разбирал и собирал обратно, нахуй, все чищал. Вычищал, как говорится. А лишних деталей у тебя не появилось? Нет. Странно. Я когда старый компьютер, блядь, первый раз собирал, у меня лишние 3 болтика осталось, блядь. Хотя было все прикручено, блядь. Ну я раньше тоже как бы относил пару раз на чистку, а потом решил, да ну его нахуй, платить кому-то еще, сам взял, да почистил. Сам на педрас выебывается все еще. Скажи ему нахуй, ты че, пес, охуел, блядь? Сделай как русские. Чинят, короче, телевизор. Уеби по нему раз ладошки, блядь. Да, уже уебал. А, заработал? Как раз таки после этого. Можно такая вмятина под руку на корпус. Как раз, да, так под выемка такая хорошая. Ну это под кофе. Че, все зашли? Че, все здесь. Хорошо. Ой, все. Ну, уже, считай, один трай проебали. Да, 3 трая убьем, и будет 1000 сверху. Бешеные 1000 ЕП просто. Кружок. Ребят, тоже максимально камеру отдалите. Во тьме, когда будут эти, нахуй, сферки, нахуй, крутиться, их видно будет. Я сзади не вижу проблемы в этом все. А, ну и можно, короче, максимально от босса отойти, если ты РДД. Тогда будет проще в лезвие не попасть. Да я чё? Да. Притон подрют инвалиду, некромантик вам от Фокс СС. Жаль. Мне хуево слышно, да? Нормально. Что-то я, блядь, тихо говорю. Я не дозрею, как будто ноут, теперь мне игра лагает. Так что если шоу, страху не нахуй, такой хилл сути. Там бидон, у тебя и MadFox. Такие себе страховщики. Ну, надеюсь, они постараются. Большие надежды на них возлагаем. Побежали. Притормозите по боссу, сначала трэш надо слить. Стопнули, 1% всего лишь. Надо трэш успеть слить. Извергайте трэш, большого и маленького. И потом только переводите. Угу. Хотите с треугольника. Постараюсь заранее начать крутить. Надеюсь, в этот раз не получится хуйни. Так. Вот этот сектор, наверное, наш. Вот этот начинаем двигаться тихонько. Что это, блядь? Вы чё, сука? Кидай, Бурибай.
Это был таунт какой-то, нахуй. Ты... Я не знаю, что это было, это какой-то бред, блядь. Ладно. Лезвие готовимся. Бах. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пиздец. А ага. Что, мы не там стояли? Да, наверное. Ну, бля, шарик был еще справа, хуй знает где. Я не знаю, как. Рарник, ты сдох? Они умирают, давай на него метку. Рарник, ты сдох сейчас? Да, он... Все пять человек. Я не понимаю, ну, почему нельзя, ну... Есть какой-то человек... Где остановился? Бля, я не знаю. Ну, давайте танчите вместо меня. Я покажу метку, как ставить. Почему? Ну, я не знаю. Ну, 4 шара летает в комнате. Как это тяжело сделать-то, блядь? Я не могу понять. Ай, бля, пиздец, кринж, нахуй. Ну, неужели шары не видно, нахуй? Ну, блядь, это пиздец. Надо встать между двумя шарами в треугольничке, блядь. Или что, или геометрию хуёвую, блядь, знаем. Так в том-то и прикол, что там шарик показывался, что он еще далеко, блядь, летел. Ну, по идее, мы не должны были там сдохнуть. Ладно, хорошо, мы зависли, я понял. Есть Invisible, Nostress, Prison, Кирсори, Бурибай, Закханыч. Кто-то из вас, кто видит шарики и не сдыхает их никогда? Я вижу, но я один раз с 5 точно умру, я думаю. Ладно, ясно, нахуй. Я хуй знаю, но я что вам сказать. Пусть все смотрят, учатся. Короче, смотрите. Давайте учиться. Давайте сейчас... Я не знаю, обучающий трай, так это хуйня. Хули делать, нахуй, если 5 человек падает. Да пусть просто отбегают от босса перед этими. Ну, перед активацией, а потом возвращаются, когда появятся лучи. Нормально. Представь... Ну, потому что только в мели умирают, там босс чуть двинется, и сдвинулись метки все. Короче, смотрите, ну, это весело все, конечно, но это тоже не дело. Давайте еще раз-два такое повторяется, и просто все, кто вот именно вот эта первая пачка умирает, будут лутать ГП. Мэтт Фокс, Мардаун. Не перебежали. Друид инвалид, ресы Мэтт Фокса. Мэтт Фокс, ресы Мардаун. Катрисия, ресы Бенстиллер. Меня трэш убил. Нефиг бить его. Вы сразу в трэш не вливаетесь, роги на пулят там 3-4 секунды. Мелких под боссом. Фазы.
Шары, видите, вот через лужу проходит шарик. Обратите внимание, лезвие через 2 секунды. Начинаем двигаться. Бенстиллер. Бидон. Это были первые лезвия, сейчас будут вторые. Лезвие что? Ну как ты сдох? Не спал? Не захилили метку, да, просто? Ладно, падаем. Ложимся. Хорошо, надо учиться заново как-то. В свету сейчас стояли только Мэтфокс и Вархель, правильно? Угу. 4 хила было во тьме. Я сейчас стоял нормально. Типа... Я стоял между шариками. Нету пати. Мини мне ГП, пожалуйста. Я понял, от чего я умирал. Я близко к боссу стоял. Как ты дыханием, что ли? Как ты сдох, Стиллер? Меня не прохилили. Я не успел даже продикурс. Во-первых, меня должны были прохили предисперить. Ну хорошо. А во-вторых, я этого сам... Ну когда я понял уже, что меня нихуя не хилит, не диспелит, я хотел себя предиспелить и не успел. Потому что 0 хилов. А, ясно. Ну, я не знаю, на стриме вроде было видно, что я стоял нормально. Типа шары были, ну, далеко. Если от... Возможно, близко к боссу стоял, слышишь, Саджу? Пиздец. Ну, я типа побежал метку выносить. Попробуй просто дальше, кстати, все. Ну, я стою нормально. Я, видимо, бежал выносить метку и чуть пробежал вперед и уебался об луч. Ёбаный таймер кринжовый, надо было позже выносить. Это и называется слаг. Зайдите за линию, не бафайтесь, не пейте, не ешьте, ничего не делайте. Вилаша, сейчас а? Никто с тобой... Дай, Борибай, ты можешь... выключить, а? Этот самый... значит, смотри. Сейчас делаем так. Никто не остается здесь... И заходят все. И Эвилаша. И все заходят. Бидон, где бидон? Будем учиться лезвие проходить. Да. Блядь, где бидон? Так, бидон зашел. Сейчас будем учиться лезвие проходить. Будем играть там до упора. Во тьме. Так, я это... Ладно, спулишь босса. Я зайду во тьму. Первое лезвие крутану. Ты подойдешь, заберешь и будешь дальше крутить. Вот. А потом я пойду в рейд и буду учить людей. Готовность. Мы сейчас не убиваем. И когда мы переводим только до 75. Когда зайдем в тьму, никто не бьет босса. Играют только хилы и только танки. И включаем глаза свои. Монитор включаем тоже, не забывайте. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас переведем, во тьме будем учиться. Напоминаю, в свету никто не остается. Перебежали метеор. Поворачиваем на рейд. Танк. Вернитесь в звезду, квадрат и кружок. В бок. Угу. Все нормально. Заходить я также за звезды буду, а выстрел годника. Так, перебегаем.
Напоминаю, я танк буду заходить со звезды, а все остальные с треугольника. Это чтобы не убило кливом. Кливом убивают 10 человек сразу. Сначала убейте трэш, 2% до фазы, потом переводим. Один процент большого и босс переводите. Все, перебегайте в треугольник, скажу, когда заходите. Заходите с треугольника. Не бить. Не бить, просто стоим и смотрим. Покрутите камерой вокруг. Обратите внимание на шарики, хильте войда хорошенько. Вот сейчас возле хвоста прошел шарик. Этот шарик крайний ваш сектор. Начинаем двигаться. Через 2 секунды будет лезвие. На стресс бич. Обрати внимание, Вилаши, я подтягиваю на себя босса, чтобы он не убивал дыханием людей. Иди, забирай босса. Вот, отлично, я иду в рейд. Теперь смотрим на звездочку, блядь. Смотрим налево, там пролетает шарик. Внимание, пока еще нет лезвий. Лезвий нет 20 секунд. Кастуется лезвие 10. Смотрим налево, возле лужи пролетает шарик. Бежишь, не врежься в этот шарик. Беги, беги, да, беги к стенке, молодец. Молодец, выноси. Возвращайся в рейд, звездочку видишь? В рейд, в рейд. Хилы хилят метку и танка. Не бейте босса. Стоим. Остановились. Звезду. Ты когда крутишь, немножко шаг назад делай. То есть лезвия где исчезли, там и появятся. Чтобы скорректировать себя, просто назад. Назад. И немножко левее к этой метке, к прошлой. Лезвие 2 секунды. Ты бежишь с шариком, он сейчас тебя убьет. Вы что, сука, слепые? Ну, блядь, ну звезда же стоит. Вы совсем додики? Не, не близко к боссу стоит. Я от первой батрая также умирал, потому что был под боссом. Под боссом умираешь. И у Вилаши еще с вождением немножко хуёво. У нас просто... Ну как, не, задняя часть это, конечно, хорошо. Звезде стоим. Все видят, да? Смотри, вот ты... Никто не падает. Сюда играем дальше. Ты сделала так, что у тебя... Кто это диспелит? Вы что, дауны? Сейчас будем это повторять, пока это не исправится. Это не игра, это говно какое-то. Все. Ну, привет. Падаем, заново заходим. Привет. 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 Чего там, как успехи? Отлично. Как дела? Хуё. Мы в школу пошли. Ага. Школа для даунов. Вилаша, там... Когда смотришь на Халиона, немножко сверху и вперед, значит, у него морда, если она в твоем секторе ну, прилично заглядывает на тебя, то ничего не делай, не надо его на себя тянуть. Тянуть его на себя надо только в том случае, если его голова в твоем секторе минимально находится, то есть немножко, часть, маленькая часть головы и шеи босса торчит в твоем секторе, который на тебя смотрит. Вот это делается для того, чтобы конус, который 120 градусов, был немножко ближе к тебе. Его границы были ближе к тебе, и тем самым они упирались дальше в твой сектор, который ты крутишь. Вот. А то, что ты сейчас водила, у тебя 60% босса было в секторе, где должен стоять рейд. А там должен быть бок и, ну, минимально хвоста. Там не должно быть хвоста. То есть, а у нас был хвост и задняя левая нога. Даже не буду рыбу ставить. Заходите, кто-то. А кто диспелит тьму? Мордаун же? Да, я не диспелил. Кто диспелил метку? Диспелил тогда Бидон. Бидон. У него по водикону только был диспан. Этот, ну, диспел, короче. Нахуя ты это делаешь? Ну, не надо мискликать. Поставь удобно себе аддон хилящий, чтобы не было диспела случайно. Фокс, ты где? Не понимаю. Сам что-то дает по работе со мной. Да? Ну, он написал. Хорошо. Призван в хила спекайся. Пригодится. Дополнительно.
Я вам объясняю, как только вы во тьме увидите шарики, вы сразу с первой трая начнете убивать босса. Потому что здесь во тьме играешь, только вторая фаза, это ну, полторы минуты. Это полторы минуты. Дальше выходит свет, там нехуй делать. Вы все видели свету первую фазу. Это то же самое. Вот, во тьме остаются только люди. Вот первая пати, там три человека, она значит три хила. Для этих людей обязательно во тьме быть как рыба в воде. Буребая, некромантика. Устали травить? Ладно, я не буду никого ждать, даю отчет просто. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас попробуем еще раз, Вилаш. Так же я поставлю. Подойдешь, заберешь, но аккуратнее с подтягиванием босса на себя. Перебегаем. Напоминаю, это ничего страшного в отмене происходит. Самое главное видеть шары четко и отчетливо. Понимать, где тебя ждет вайп. А не так, что у я вроде нормально стоял, но я сдох, нахуй, я не виноват. Такого вообще не должно быть. Вы должны четко понимать, где вас ждет смерть. Ну, в смысле, вайп персонажа и рейда, соответственно. Как только вы это достигнете, так мы сразу будем с первого трая этого босса убивать. Большой. Ага. Так, мамы подрастают. Побольше, понимаю, повыешьте. 2% на боссе. Переключитесь в босса. Будет третий метеор, будет хуёво. Быстрее, сильнее. Секунда до падения. Не успел, хорошо. С треугольника, как обычно. При том, что вы должны и шары отслеживать, и еще и двигаться во время лезвия. Так, что там? Вот возле хвоста шар проходит, это наш сектор. Точнее, ну, хвост, сектор хвоста. И сектор ваш, это вот возле белой лужи проходит шар. И, соответственно, ну, короче, вы видите. Вот. Все. На стресс, почему у тебя такая хуйня? Ты вообще пиздец, да? Кринж. И забирай. Главное не крути. Все. И дойду в рейд. Вторые лезвия. Метка в начале лезвия кидается. Несется между двумя шарами. Обратите внимание. Вот смотрите, шарик, видите, слева проходит. Вот там сейчас лезвие будет. Надо нести недалеко от него. Вот, вот двигайся в сторону за шариком. Вот и в рейд. Сейчас молодец. Нормально все. Видите звезду, да? Мы двигаемся и смотрим, сохраняем ровно перпендикулярно 90 градусов. Соп, остановились. Звезду вернитесь. Вот эти ДЦшники все, блядь, от дыхания подохните, блядь. Вот звезда. Вот откуда автоатака достает, сейчас я вам покажу. Вот где звезда стоит, где я прыгаю. Бля, опять диспэль. Что, косяк? Ну, бля, вот я не знаю, что вам сказать. Ну, типа, может нахуй. Какая чешка может быть? Люди ливают с гильдии. Это я был. Люди ливают с гильдии из-за того, что мы не можем поделить чешку, которую мы, блядь, не убиваем. Какой состав у нас был на первом убийстве? Все те же самые вроде были. Примерно те же самые, только еще топа был. Пиздец, блядь. Мне просто интересно, нахуя вы это делаете? Вы не можете нормально сыграть? Я еще раз повторяю. Сменеджируете свои ебучие аддоны, вуду, хилбот и всю прочую залупу так, чтобы не было диспела. Ну, если ты тыкаешь левой кнопкой, ну, маленькую хилку, большую, большую. То ты сделай так, чтобы у тебя не было там на shift большая или shift маленькая, не было диспела. Убери ее нахуй, вообще, сотри, блядь.
Поставь, скидываю макрос, короче. Тем, кто вуду, по хилботу тоже вроде должно работать, но я не пробовал. Сейчас я по молсоверу? Таргет равно молсоверу. Где он, сука? Хоть один есть тут? Работает, по идее. А вот зубы. Сейчас скину нахуй, чтобы, блять, начали уже нормально играть. Так, Ctrl Insert. Открываю флудилку. Вот смотрите, макрос данный. Вот, скинул, значит, каст в скобочках таргет равно был 40. После этого ставите пробел и пишите заклинание. Например, то, которое диспелит, да, рассеивание заклинаний пишешь. Ни ранги, ничего не надо писать. Делается так. Создаешь макрос, записываешь туда эту хуйню, ставишь на кнопку. Я себе лично диспелы ставлю на удобные кнопки. Например, F. Например, Q, например, E, например, T, ну, на любую, какую вам удобно. F1 можно поставить. Все, что нужно сделать, это поднести мышку над панелькой игрока. Как, к примеру, я делаю, например, на Crypto Evil. У меня есть макрос по моусоверу на истерию. Смотрите, на Crypto Evil сейчас на нем появится истерия. Хоп, F3 нажал, на челике истерия. То же самое легко и непринужденно делается с диспелом и абсолютно с любыми заклинаниями. Сделайте макрос на диспел на удобную кнопку. И тогда этой хуеты диспела ебаного, ненужного и вайпа рейда не будет. И не должно быть. Если мы не будем играть, чтобы вам было удобно, а делать вот, ой, блядь, случайно, ой, блядь, мискликнул, нахуй. Вы что там, сука, мышкой кликаете способности или как? Как мискликнул, блядь, как это нахуй? Да у меня этот диспел находится возле щита. Вот я про это, вот я про это и говорю, устрани эту хуйню. Я также вайпался, вот я года два ПВЕшил, я пришел на лича делать ФК, блядь. И в фурике, блядь, у меня на четверке стояла кровожадность и удар героя. Я нажал прот-стойку, когда вышел с комнаты и лич танка убил. Нажал прот-стойку и нажал, на четверке у меня стоял таунт, нахуй. Я его стаунтил, нахуй, ну хотя мог побить еще. И он меня убил, нахуй. Вот тут я прокосячил, блядь. Не должно быть таких, вы должны предусмотреть вот эту хуйню. Не должно быть мисклика, не должно быть таунта, притяжки боссов. Этой хуйты не должно быть. Как только будете готовы, нажимайте на. Да я что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Давай сейчас я чутка его назад, и ты его выровняешь. Еще разок. Ага. Теперь займись. Прибегаем. Я вообще не понимаю, ну почему вы дохнете? Мы вроде научиться пытаемся. Бурибай, что у тебя за проблема? Сильно трэш бил, больно. О, а что, вылетело? Все зависло. Да, сервак охуенно повис. Пиздец, блядь. Теперь, смотри, пока висит сервак, делаем так. Я вам включал уже гайд, не знаю, может кто-то не смотрел. Сейчас я перезапущу стрим. Будете смотреть гайд. Блять, а как вырубить-то нахуй? А, вот он здесь. Сейчас. Давайте. Так. Так, секунду. Сирус Вов. Сейчас я быстренько найду. Есть тактики и гайды, наверное. А, вот. И Сирус Вов, тактики и гайды, это Войда, блять. Удивительный гном, смешное видео. Сейчас. Квеста на скорбь, гайд, как выносить лужу на личе, гайд, как выносить скрине 1025 герфури. Если я гайд уже смотрел, можно пойти чаю налить? Да, иди. Гайд на третий спек, гайд на третий спек, вечный холод носовой, вечный холод, мимирон, тактика, генерал. Блять, что-то нету, что ли?
Ты, наверное, в циркулевском отделе. Еще один робот, два танка. Сука, кринж. Сейчас, секунду, блядь. А что за видос про гнома? Удивительный гном, так и называется. Так, World of Warcraft, Wolf Circle, Logan 3. Отматываем вниз. Так, где же тут гайды? Квесты, гайды, тактики твой. Да вот, наверное, здесь должно быть. Тут гайд. Как ставить? А, так, тактика на Алгалуна, Халиона, БДК танку, Фурика. Так, как танчить трэш пополам? Как? О, гайд, метка в тьме, в РС-25 гер во время лезвий. Вот это надо посмотреть. Только у тебя стрима нет. Сейчас включу. Так, включил. Должно быть... Посмотрите... По многочисленным просьбам нубов... А, я даже что-то озвучил. Как выносить метку во время лезвий, одновременно с лезвиями, в РС-25 гер. Не забудьте обновить. Смотрите внимательно. На данном видео показано, как выносить метку. Так скажу, здесь на циркуле рейндж типа побольше. Да, да, там намного получше. Там прям хитбокс, блядь, кайфовый. Ну, так, чтобы это... Ну, по Халиону... Блядь, я вот не знаю, в этом гаде есть ли прометки? Наверное, нет. А так, если рандомные включать какие-то, блядь, искать, когда я метку выносил, это пиздец, наверное, долго будет. Ну, на Халиону я рассказывал, блядь, перематывал его, блядь. Ой, бля. Так, тренироваться дохуя. Может, тут будет. Вот тьма. Близзард скатились. Уникальные вещи, сталкер, тень Чернобыля. Так, что надо? Так, вроде я за кого-то... Ну, особое внимание, конечно, на вынос меток надо обратить. Вот за кота играю. Ну, первый... это на сёрка? Да, это сёрка. Ну, тут реально, тут пиздец, как бы, рейндж побольше. Да, рейндж намного больше. Ну, вот смотри. Выносится назад, вот он все правильно выносит. Хуй знает. Видишь, я тут еще просто с... поверх видео говорю. Кажется, когда зайти. А, еще и котом свет выхожу. Не, это хуйня. Надо халиприста, короче. Надо халиприста просто. Так, допустим, это... Так, как это сделать-то? Назад, блять. Так, где-то тут должно быть. Там прям можно посмотреть. Так, как же оно называется? О, вот рейды под музыку, скорее всего, вот тут у меня холиприст. О. Вот под холиприста хорошо смотреть на метки. Опа, пошел. Ну, все то же самое, что и у нас было, блядь. Что там по качеству? Тут 720. Ух, это за антипчик. Пань, потише будь. Все, блядь, то же самое люди делают, что мы. Ну... Нам, конечно, это все известно. Давай до тьмы, до актуала промотаем, на чем мы вайпались. Вот тьма. Вот танк заходит. Вот я тыкаю. Начинаю его захиливать. Даю чешку. Этого исцеления. Хотя все в грехи выходит. Вот сейчас будет первая метка. До первых лезвий 30 секунд. Вот, челик выносит. Оп. Вынес. Дамажа. Лезвие первое. Вы посмотрели, что я на шар посмотрел, да? Я убедился, что я не сдох. Вам также надо делать. Подвигались. Метка на мне. Лезвие исчезли. Вынес к стене. Диспелил. Пошел.
скиллы в это время хилят меня, тоже помогают. Сейчас будет вторая метка и третья метка и вторые лезвия. Они идут одновременно. Вот смотрим. Кинулась начальника метка. Он бежит. Он меняет, видите? Кто он там выпрыгнул, блять? А вот вроде в рейд возвращается. Самое главное вот в заднее лезвие не попасть и в переднее не сильно быстро убежать, то есть, потому что пульсация вокруг шаров 15 метров действует. Ну а дальше что? Нету лезвия, метка. Просто назад. Вернулся. Дальше лезвие. Все легко и просто. Где они исчезли, там они появятся в следующий раз. Просто двигаемся. Вот метка. Ну вот прям, ну очень близко был сейчас. Кто там убегал. Пускает. Уже, блядь, сбрило бы нас, уже давно бы. Да не сбрило бы. Показывай дальше, не надо. Да, ну то так, в принципе, смотришь, все понятно. Не, я понимаю, серв другой, там, рейндж другой. Ну, как мы тогда убили? Чудом каким-то или... Не знаю. Тут тоже челики исполняют кринж. Блядь. Нужно без паники просто. Да? Не знаю, зачем паника. Если у нас на лезвиях паника, ладно, метеор мы как-то... Запустили. Ладно, будет еще дискон, еще посмотрим. Блять, Бурибай. Где он там? Я его замутал. А я его что-то в Дисе не вижу. Да у него этот стоит, как оно называется? Активация, блять. Нихуярит этот самый фон. По голосу пускает. Атака у него 25-ки рейди стоит, активация по голосу.